Привет, друзья! Сегодня гуляю я джоб-центр свой по центру Райда. Вот, просят меня камеру не качать. Но это так трудно, друзья. Стабилизатора нет? Камеру не качать не получается. Вот видите, сколько много ездят по центру вот в таких колясочках инвалидных. Вот, женщина проехала, теперь мужчина. И вообще, здесь в центре Райда почему-то их очень много. Вот таких инвалидных колясок. Здесь много магазинчиков внизу, как вы видите. Это Хай-стрит, самая центральная улица. Но вы знаете, вот я смотрю, наблюдаю, что происходит. И в основном очень многие магазины закрываются. Выживают только вот эти вот магазины секонд-хенд, которых здесь очень много. Они открываются, и они как-то еще могут существовать, потому что и приносят одежду бесплатно, вот какие-то домашнюю какую-то утварь, посуду, и они все это там за небольшие деньги продают, вот на этом могут существовать. Вот здесь на углу с двух сторон пабы, опять английские старые, первый Star, звезда, и второй White's, напротив. Они маленькие, обычные, там темно, не пойду. А здесь вот это вот наша известная овощная лавка, очень популярная. Вот опять видите, вот такие вот мисочки стоят, боул называется, все по паунду. Вот очень неплохая цена, видите, any bowls one pound. И вот второй стол тоже. Видите, виноград, киви, мандарины, груши, яблоки, апельсины. Все по 1 фунту. Я считаю, недорого. Вот 2 ананаса тоже за фунт. Цены нормальные. Ну и вот этот секонд-хенд шоп. Вот такой. Вот очередной пост-офис в магазине. У них все эти почтовые отделения все совмещены с магазинами, с какими-то. А никогда не видела, чтобы какой-то пост-офис, какая-то почта стояла в отдельном здании. Вот там дальше церквушка. Еще очередная. Вот такой небольшой гастроном. Island называется. Тоже довольно неплохой, дешевый. Вот такой центр Райда. А это вот недавно открытый. Первый раз увидела. Funeral написано. Funeral директор in Райд. Вот видите, вот такие вот, как называются вот эти, которые с гробом-то на лошадях. Вот там гроб. Похоронные такие кортеджи, или как это? Вот такие старинные можно заказать. И здесь все вам организуют похороны. Вот видите, издалека написано Funeral Directors Hamilton and Marshall of Wright. Вот такая вот контора, похоронное бюро называлось, да? Первый раз вижу, кстати. Вот такой магазин старинной мебели. Тоже секонд-хенд.
Вот здесь тоже недавно открылся центр тайский массаж. Не была ни разу, кстати. Что там у них за массаж? Можно сходить посмотреть. Здесь редко такое бывает, но бывает иногда. И вот вид на эту церквушку. Вот такой магазин ковров Карпет. Тоже можно выбрать по цвету, заказать. Любой размер вам вырежут, сделают. Вот поближе эта церковь. Довольно симпатичная архитектура у нее. Вот такая. Центральный вход. Церковь это почему-то всегда закрыта, вы знаете. Я внутри не была никогда. Наверное, потому что в центре, может быть. Вот рядом с ней такой небольшой садик. Садик очень маленький. Тоже почему-то под замком. Вот. Не знаю, странно это. Чем ближе к центру, тем все закрыто. Садик очень маленький, но тоже ухоженный, видите. Несколько скамеечек. Вот, газоны, пальмы. Здесь другая калиточка с другой стороны. И почему-то тоже закрыто. Я не знаю, говорила вам или нет, что Англия у нас это страна собак и пауков. Как ни странно, вот не знаю, видно вам или нет, вот здесь все заплетено паутиной. Пауки у них везде, и в квартирах, и в машинах, и на улице, в любом месте. Они просто ходят пешком, и никто их никогда не трогает.